До конца года 1500 севастопольских таксистов получат разрешение на легальную деятельность. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры правительства города Игорь Вадимович Титов. Он отметил, что разрешительные документы для перевозки багажа и пассажиров в Севастополе уже получили более 1000 владельцев легковых автомобилей. Тем самым городская казна пополнилась более чем на 1,5 миллиона рублей. Департаментом осуществляется прием документов и выдача разрешений на осуществление деятельности в качестве легкового такси на территории города Севастополя. Стоимость разрешения 1500 рублей на каждый автомобиль. Срок действия 5 лет. По словам Игоря Титова, сегодня в городе нет единого органа по контролю и выявлению нарушений в работе местного такси. Но на этот случай департамент транспорта инициирует рейды с участием налоговой службы и госавтоинспекции. В качестве поощрительной меры легальные легковые такси включены в перечень транспорта, которому разрешен подвоз-вывоз пассажиров при частичном перекрытии дорожного движения во время массовых праздничных иных мероприятий, а также разрешено движение по полосам для общественного транспорта. Игорь Титов отметил, что при формировании единого парковочного пространства на территории города предусмотрят места для остановки такси. Однако оборудованы остановочные пункты будут не ранее, чем через 2 месяца, добавил он.